Куйбышев. В годы Великой Отечественной войны в музее имени Алабина открылась передвижная баннерная выставка, посвященная 70-летию Великой Победы. В экспозицию вошли материалы областного краеведческого музея. Они объединяют события на фронте в течение всего периода войны и в тылу на Куйбышевской земле. Выставка отражает значимость нашего города как запасной столицы России. Экспозицию увидят во всех районах области. У нас здесь выбрана такая форма подачи, опять же, в отличие от нашей постоянной экспозиции, которая именно краеведческая, то есть мы там показываем именно, что в Куйбышевской области происходило. Вот стационарная выставка, которая у нас 7 мая откроется, она тоже будет сосредоточена именно на краеведческом аспекте. А здесь вот мы решили объединить, показать и общие какие-то моменты, вот там план Барбаросса или вот, операция «Цитадель. Огненная дуга», то есть всесоюзного масштаба событий или даже мирового, а рядом какая-то страница из куйбышевской истории.